В национальном парке Паленки в Мексике продолжают выпускать в дикую природу выращенных в неволе красных ара. На днях была выпущена третья партия, еще 10 попугаев. Это часть амбициозной программы по увеличению численности этих ярких птиц. В целом в этом году на волю выпустили уже 37 ара. Специалисты планируют увеличить это число до 200 и таким образом удвоить дикую популяцию этих редких птиц. Мы решили продолжать выпускать их по меньшей мере до 2015 года. И хотя обговорили эту дату, но идея в том, чтобы продолжать делать это на протяжении многих лет. Мы также планируем выяснить, возможно ли выпускать их на других охраняемых территориях, таких как изолированные деревни Наха или Мецабок, а не только здесь, в Паленке. Цель — продолжать увеличивать количество диких ара во всем штате Чьяпас. Когда-то ареал красных аров в Мексике простирался почти от границы с Техасом до влажных джунглей близ Гватемалы. Однако за последние 70 лет эта среда обитания была уничтожена, а ары часто становились жертвами незаконных торговцев. Таким образом, популяция попугаев была разделена на две отдельные сотнями километров. Это оказало на вид очень пагубное воздействие. Выпуская попугаев в Паленке, зоологи восполняют этот разрыв. Здесь, в экопарке Алуксас, птицы проходят процесс адаптации, учатся распознавать пищу, природных врагов, искать укрытие среди деревьев и свободно летать. Кроме того, красных ары хотят сделать местной туристической достопримечательностью, что принесет доход населению. В этом году, в ближайшие месяцы, мы начнем обучать членов местных общин распознавать птиц, чтобы они могли отличать одно от другой, а также начнем обучать гидов для любителей наблюдать за птицами. Это должно стать одной из главных достопримечательностей Паленки. Зоологи надеются, что в будущем местные жители научатся ценить красных ара и не разрушать их среду обитания.